Soulmates может контролировать мою руку или мозг? Я не буду выбирать мозг, это уж слишком страшно. Интересно, а какую руку она будет контролировать? Походу, эту. Кошмар. Сынок, тебе лучше не позволять своему Soulmate контролировать твою руку. Да, я понимаю. Конечно, я выбрал мозги. Отлично. Интересно, он стал тупее или умнее? Мне пора идти собираться на вечеринку. Не знаю, надеть это или эту рубашку. Хорошо, хорошо, я послушаю тебя. Привет, Кирилл, классно выглядишь. Спасибо. Можем вы, пожалуйста, уже прекратить этот кринжовый танец? Пожалуйста, хватит, мне стыдно. Привет, ты знаешь, что это я, та, кто контролирует твою руку? Подожди, серьезно? Да, если мы закроемся в спальне, я докажу тебе это. Если ты вправду мой soulmate, то почему моя рука это отрицает? В спальне я тебе все докажу. Что ты делаешь? Что случилось? Он ударил девушку. Эй, ты, почему ты только что дал пощечину моей девушке? Я тебе сейчас так... Это что, карате? Ты, я лучше пойду. Зачем ты дала твоей девушке пощечину на глазах у всех? И что это за карате прием был потом? Я ревновала. А насчет приема у меня черный пояс по карате. Прости, если хочешь извиниться, давай лучше скажи свой адрес, чтобы мы могли встретиться. Ну, алло, давай, напиши что-нибудь. То есть ты даже не хочешь со мной видеться? Я хочу увидеться с тобой, но не могу, потому что ты можешь быть в опасности. Ты вообще уже можешь быть в опасности. Да что за бред? Ладно, пойду спать. Эй! Да что с тобой не так? Пожалуйста, скажи мне, что это ты пришла ко мне. Нет, но сейчас полночь, и если не ты, то кто тогда? Это ты, соумейт Моники? Кого? Отвечай на вопрос! Да я даже не знаю, как зовут моего соумейта. Но на вашем месте я бы уходил, потому что, несмотря на то, кто мой соумейт, она отлично владеет боевыми искусствами. Это точно Моника! Да, я уверен! Схватите его! Ха, она приглашает нас сразиться? Не-не, не слушайте ее, не подходите ко мне! Хай, мой глаз! Дурак, тебе не победить нас. Я так не думаю. Посмотрите, что мой Soulmate только что сделал с этими двумя. Только представьте, что она может сделать с вами. Эй, вернись, куда ты ушла? Ты знаешь, что это означает. Твой Soulmate, вероятно, умер. Нет. И теперь никто тебе не поможет. Без помощи своей руки уже не такой смелый. Я не понимаю, что вы хотите от меня? Твой Soulmate задолжала нам кучу денег, и мы будем использовать тебя как приманку. Сейчас мы позвоним, если подтвердят, что она умерла, ты тоже умрешь. Нет, она не могла умереть. Моя рука снова движется сама по себе. Это значит, что она все еще... Это ты, Моника? Да, тише, у меня есть план, как нас обоих спасти. Притворись, что не видел меня, а я спрячусь сзади. Они идут. Да не бойся ты, я же сказала, у меня есть план. Мой Soulmate такая крутая. Нам сообщили, что она не умирала, так что мы перевезем тебя в другой... Не сегодня. Давай сдавайся, иначе я убью твоего Soulmate. Мозгов как у рыбы. Ты забыл, что я все еще управляю его рукой? Я слышала, что если мы поцелуемся, я перестану контролировать твою руку. Как думаешь? Ну, давай это проверим. Это реально сработало. И теперь мне предлагают управлять твоей рукой. Не думаю, что тебе стоит соглашаться. Прости, но у меня все же черный пояс по карате. А ты? Вообще не похоже, что ты умеешь драться. Тогда ты будешь моим учителем. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм.